В Уральске создано 8 мониторинговых групп, которые ежедневно будут проверять увеселительные заведения города. Отметим, что это поручение дал на заседании оперативного штаба аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев. Он отметил, что некоторые кафе и рестораны находятся на особом счету, и их стороной обходят проверяющие. Заместитель акима Уральска по социальным вопросам Ерлан Галиев говорит, что город сейчас поделен на 4 участка. Созданы 8 мониторинговых групп. И главная задача не выявление карантинных нарушений, а профилактическая работа. Во время встреч с владельцами кафе и ресторанов разъясняют действующие ограничения. Работа увеселительных заведений должна производиться при помощи приложения «Ашик». Первые рейды уже принесли результат. В поселке Зачаганске в ресторане «Нарын» было выявлено, что там проводится свадьба на порядка где-то более 50 человек. Был сделан оперативный вызов по выявлению данного факта. На место прибыли сотрудники МПС, были взяты объяснительные, а также были приглашены сотрудники СЭС, которым был составлен протокол. Сами владельцы кафе и ресторанов отметили, что выживают как могут. Действующие ограничения отрицательно сказались на их доходах. Тяжко выживаем. Все давит. Налоги, коммунальные услуги в любом случае. Что вам сейчас разрешено проводить? Что за счет чего? Да ничего не разрешено. То красный, то желтый. До обеда желтый, после обеда красный. Приходят люди, просят какие-нибудь мероприятия? Ну, просят, но отказывают. Мы сейчас работаем по приложению «Ашик». Ну, в связи с ужесточением карантина, сейчас мы на свадьбе, на юбилей заказов не принимаем. Только садака до 40 человек. Отметим, что в регионе вырос уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. Большинство заражений приходится на посещение праздничных мероприятий и общественный транспорт. Поэтому мониторинговые группы особое внимание уделят соблюдению масочного режима в автобусах и запрету на проведение свадеб и юбилеев. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42.